Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моей игры на 8 человек в Sid Meier's Civilization 6, в которой я играю за Конга. Если вы смотрите ее не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях запрещены несодержательные спойлеры и оскорбления и наезды на игроков. Нравится лишнее было. Поляк все города потерял, он с ним воевал. И не стал город, города забирать. Чё за бред, скажите? Да ну, я как бы решил, не знаю. Не, давай лучше сначала, чем ты вообще Вишневецкий с поляком воевал? Или даже так, ну. Я хотел захватить изначально. А потом, когда тебя убедили замириться, ты замирился, он сказал, что у него уже нет сил содержать армию. И ты такой замирился. А смысл его захватывать, если ты меня перезахватишь города? Давай, отводи кавалерию, чтобы я прошел дальше. Блин, где ж мне форт-то поставить? Вообще было бы неплохо вот тут, но и далеко бежать. Свои войска, блин. Хотя, может, вот тут, блин, тоже три хода. Мне надо следующим ходом ставить. Так, я готов. Можно сказать, что я готов. Так, ну вот апостол у меня был убит без команды, я как бы... Слышишь? Блин, Он как бы город обращал. Да я понимаю, но у меня инквизиция стоит. Окей. Ну, 4 инквизитора, как бы. Да, я забыл, что он тоже ж этот. Все, давай, ладно. Сори, бро. Считать? Да. Раз, два, три. Что, Вишня, тебе оставить город, гвоздь там или еще какой-нибудь? Ну давай, оставь. Это Вроцлав. Вот я заберу, в смысле. Вроцлав я тебе оставлю нормальные 13 жителей промрайонных корпуса в топовые. Давайте, наверное, тут военного инженера за один ход построю. И сделаю тут. Ну, это знак дружбы, да, Вишня? Вот тут. Как раз на. Какой дружбы? Какой дружбы? О чем вы? Я вообще считаю, что с тобой воевать бессмысленно. А я считаю тебя другом. Я тоже. Ну, это отлично. Трех мушкетеров. А, что тут пишет, это кто на попиву прибежал? Он думает, что это Вишня на попиву прибежал, а не я. Кстати, учитывая то, что теперь можно строить лесопилки на джунглях, вот это вот чеченица, да. Это реально офигенный получается пуст. Вот у меня сейчас равнина, вот, равнинная джунгля дает две культуры, две жрачки и четыре промки. А, ты построил чудо, да, это, на джунгле? Ну, я смотрю, что настроится один ход, его никто не строит, я подумал себе, ради одной клеточки заныкаю. Мне ради одной клеточки и есть. Шикарно. Не, а если еще какая-нибудь Бразилия? Не, я в том плане, что построил, чтобы никому не досталось. Слушайте, знаете, еще получается, Конго не может выполнить вдохновение для охраны природы Цивика. Потому что тут написано, постройте потрясающий престижный пригородный район, а у меня всем да, банзы можно. Только 5. То есть, вообще... Может быть, если там на плюс 6 престиж начинается, может быть, если... А, дело в том... В смысле, ровно плюс 5 все дают. Там везде 5 жителей дается, но от престижа-то это у Конго никак не зависит. То есть если плюс 6, это максималка. Я думаю, что если рядом с чудом будет... У Конго пофигу какой престиж. Он всегда дает 5. 130 от религии. Чего, культуры?
Че, 130 от религии? Слушай, Вишня, давай с тобой повоюем, а то я взял вот эту карту. Ну, 130 культуры от религии у меня идет. Мы же с тобой друзья, зачем нам воевать? Там карточку взял на 4 хода, давай на 4 хода повоюй. Не, не надо, давай уже. Смотрю, сейчас у Конга больше культуры идет. Да, у меня больше. Не, ну как бы, понимаешь, в любом случае у тебя сейчас туристов все те же самые три. Да я понимаю, понимаю. Та же самая три, то есть, к сожалению, ничего никак. Так а что треть, а что, и поэтому грек может все равно культурой победить? Да. Да нет, он уже вряд ли может победить культурой. Ну, фиг знает, на самом деле, если сейчас в мире я там какие-нибудь чудеса. Ну, не знаю, понимаешь, во-первых, чудеса, во-вторых, карточки, я... в-третьих, компьютер. Ну, слушайте, ну согласитесь, грек все сам строил, да, воевал с тремя. Если он победит культурой, это будет более, ну, престижно, чем вот Египет просто ничего не делает, там наукой улетит. Как понять, я ничего не делал? Я армию не строил, что ли? Я не развивался. Дезинформацию давал. Я вроде все делал для того, чтобы развиваться. Так, я готов. Я просто к тому, что надо мириться с греком и идти нападать на Египет. Ну а почему нет? Ну это не отменяет того, что я грамотно человек сейчас захватываю. Тем более я в танке вышел, даже если он сопротивлялся так. Хочешь, я до боли на вишню нападу, с вишней повою вместе и захвачу его? Я не... Очень хочу, прям жду. Мне все равно лично. Вишню, уведи кавалерию, пожалуйста, ты в городе даешь там. Фига ты так встал. Слышь. Так стоят, отдыхают, лечатся. Ты уведи, блин. Че, команда даешь, что команда даешь? Раз, два, три. Бои на лагере ты нахрена сносишь-то? А не знаю, они просто качаются-то. Не знаю, мне уже сейчас пищу, у меня там все города, по-моему, поврастали. Вот бонус кампуса и промышленной зоны, это да. Ну и может к чудесам. Или плюс одно удовольствие лучше. Знал бы, что вы так быстро на Эфес будете идти, я бы его уже забирал бы сам, честно. Мне вот эта война такая длинная, нафиг. Или к жилью. Нет, к довольству. Ты ж пошел там внизу что-то забирать. Ну вот в том и дело, что вперед, я увел. Я пошел вниз, как бы, но при этом мне сильно мешает Эфесус. Из Спарты лезут. Блин, Вишневецкий, ты такой быстрый. Опять ты там что-то принял. Я уже в упор не помню, что я тебе там кидал. А Саха ты мне предлагал. А, меняться ресурсами? У меня проблема в том, что у меня тут дороги нет. У меня три хода занимает две клетки пройти. Инженера построй и иди вместе с ним и дорогу строй. Да, он строится один ход. Ну, вот видишь, я что-то тупо могу. А ты почему им передал город, блин, поляку? Кто? Ты передал город только что, видишь? А я не прав. А? Если у него нету неестественной стены, я имею право передавать их. Чего это вдруг? Да. Ну а почему нет? Просто как города вообще передавать же как нельзя. Передавать друг другу города? Зачем? Давай грузиться, что за бред, нафига ты город? Я бы его сам бы уже забрал, потом бы он забрал. А ты ему сейчас плацдарм даешь для атаки на меня. Он войну, он заключил мир, пусть сидит без городов дальше. Давайте грузиться. Какой танки с арсой против кавалерии? Погоди, стены в городе есть, о чем ты говоришь?
Я вообще тоже не понимаю, зачем вы города кому-то дарите просто так? Приди, забери его. Ну, давайте грузиться, Димка. Не, я против. Разница. А почему против? Я был... Ну, потому что это тоже часть стратегии. Есть определенные правила. Если там не снесенное ничего, полный город, его можно передавать. В правилах вроде нельзя. Да? Да. Ну, рассуждайте логически. Человек не хочет, чтобы ты все забрал его города. Он отдает другому человеку этот город. Какая разница? Вот тебе конкретно какая разница? Ты будешь захватывать у поляка, либо у... Не, ну, мне сам факт. То есть я не знал, что города мы не передавали. Обычно города играли. Потому что в правилах запрещена передача городов. В каких правилах? Ну, которые у тебя в группе написаны. Нет, у меня в правилах группы конкретно написано, что нельзя передавать города, если ну, меньше половины снята защита. Так, здесь вообще защита не снята. Ну, тем более, нет. Если снята, тогда нельзя передавать. А если не снята, просто целый город можно передавать. Потому что какая разница, какой ты город будешь захватывать? Так он с ним не воюет же, как он его передает? Ну, он, так. Как-то имеет, он подыгрывает мне, как бы. Ну да, получается. Мы никогда так не принимаем города в дар, потому что это не считается нормальным. Потому что так можно сливать игру, по факту. Ну да. Можно сливать. Забирают. Так это потом вы с игроком разбираетесь, да, который так делает. Но есть... Вообще-то есть стратегические штуки, когда лучше отдать город, кто хочет сливает игру. Но вот в данном случае что? Лучше, что Египет полностью захватит Польшу? Это лучше? Ну... Он это смог, пусть забирает. Просто если Вишневецкий хочет помочь поляку, если они договариваются играть против Египта, пусть идут и воюют там. Этот Вроцлав, его хрен возьмешь. Там он стоит между кучей гор. Это, ну, там проход в одну клетку, по-моему, до города. Его еще попробую взять. Я у него там разбомбил практически все войска, и какое-то право я на него имею. Ты прям портишь о себе впечатление, блин. Нормально все время играли, берешь город, зачем ты передаешь человеку. Ну зачем так делать? Я даже его забрал. Понимаешь, я бы этот город даже не забрал бы. Я сказал, Вишня, будешь забирать город, и все. Вишня бы его забрал бы, когда у тебя с ним заключился бы мир. Мне, в принципе, было бы все равно. Так, слушай, а чего тогда ты сейчас возмущаешься, если ты все равно забрал, все равно Вишневецкий его забрал? Без усилий человек получает большой бонус в виде города. А так я, может, Так Джоэл бы просто отвел бы армию, и мало того, что Вишневецкий город забрал, так он бы еще прокачал на нем юнитов. Не знаю. Так, давайте по паузу, может, я готов что-то. Ну, я считаю. Раз, два, три. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. 2GIS – международная картографическая компания, выпускающая одноименные электронные справочники с картами городов с 1999 года. Все версии 2GIS, как и обновления к ним, бесплатны для пользователей. Компания входит в десятку крупнейших в России по версии Forbes, а также в десятку лучших работодателей по версии Headhunter. Заходите на 2GIS.com. И скачивайте карту интересующего вас города под любую платформу 2GIS, если быть точным. Ну ладно, Вишня, я думаю, что я должен тебя обвинить за это. Такой поступок мерзкий. Мерзкий. Ой, нет. Я считаю, ты напакостил, мне тут поднасрал. Куча говна на меня сейчас упала. Знаешь, это 1-10 в твою пользу пока. Я считаю, что это вообще нехорошо. Мы уважаем, мне как брат, не уважаем ваши чувства. Нет, а если, например, смотри, Леша, он передает ему сейчас город Лодзь и Краков, получается. Он тоже может их передать, да? Да. И Краков нельзя, потому что на него напал. Нет, а Лодзь, например, он может Лодзь передать? Ну я ж не вижу, что там у вас конкретно происходит. Да, ну смотри, что происходит. Я сейчас беру Лодзь. Пока, вот, пока не... Вот смотри, Быдгыч он точно не может передать. Я вижу, что Быдгыч там снят от чего-то. То есть, если на город нападает, вот просто если город пустой, на него никто не нападает и прочее, прочее, то можно передавать. Подожди, ну-ка, подай мне до Вроцлава, тут два шага, у меня армия стоит в двух клетках.
И он его перезарядил. Я не могу понять, почему ты сейчас возмущаешься. Ты же сам хотел, чтобы он был у Вишневецкого. В чем так проблема? Я, может, что-то другое потом захотел бы. Мало ли, что я сейчас Вишневецкому говорю. Понимаешь, это же дипломатия обычно. Я ему говорю и говорю, пускай он слушает. Я же никаких обещаний не даю. Ну, в общем, просто города можно передавать. Это именно сделано для того, чтобы вот ты не мог там полностью сразу человека вынести. Это что же как дипломатия? Вот прикинь, ну там, грубо говоря, не знаю, какая-нибудь Абхазия воюет с Грузией, да? Или там, не знаю, Новороссию тоже вспомним. И вот они отдают свои города России, чтобы их там Украина не могла захватить. Украина, конечно, возмущается. В данном случае ты возмущаешься, что что-то города передали. И международное сообщество разбирается в этом. А будет, если так, смотри, вы сейчас на меня пойдете, например, я беру все свои города, вообще все, вы до меня еще далеко будете, отдаю их Риму просто. Отлично, объявляем мир, войну Риму. А если вы же дружбу сначала, наверное, все заключите? Не знаю, у меня нету дружбы ни с Римом, ну вообще, по-моему, ни с кем тут нету уже. Я лучше бы проговаривал перед началом игры. Я против вообще, категорически против передачи городов за так кому-либо, вообще при любых условиях. Потому что я могу реально видеть, что, ну вот, у меня болит голова, я не хочу уже играть. Я говорю, ну ты знаешь, так, вот пошло. Слушай, ну таким образом видно нормальных игроков. Вот таких игроков потом, типа, что вот он, болит голова. Понимаешь, это намного лучше, чем человек будет... Вот ты ему поставишь такие условия, да? А он будет специально потом из-под тишка делать... Ну, саботировать игру так, что ты этого не поймешь. Ну, зачем это? Лучше, так, чтобы вот оставались... Лучше саботирует игру этим. Больше, ну, чем... так слушай, тут, по-моему, явная ситуация, когда на него идут танки, армии танков, а он отстает на эру просто. Где тут саботаж, если у него города просто упадут в любом случае? Вопрос сопротивления. Он таким образом, он даже если какие-то юниты поубивают, он даст минус Египту, по счастью. И это вообще-то вопрос сопротивления был в том случае, когда поляк продал свою армию. Вот там надо было возмущаться. По-моему, все это мимо ушей пропустили. Вот он продал свою армию полностью. Он сказал, что он продал свою армию, потому что на него идут... Когда он это говорил, я вообще не слышал об этом. Ну, отлично. Честно. Вот это вопрос сопротивления. А то, что у него города стоят, то... Городов как раз это не вопрос сопротивления. Поляк, ты продал свою армию? Нет, она же была побита и все. Поубивался в танке. Ну вот, в общем, ничего он не продал. Но суть-то это не меняет по поводу передачи городов. Ну как не меняет? 158 силы у него. Будет у него город, не будет у него город. Он дает шанс ацтеку. Он улучшает шанс у ацтека на победу. Ухудшает шанс у Египта, чтобы этот город Египту так рано не достался. Когда вы так подыгрываете ацтеку, ну мне в смысле. Это как бы игра в одни ворота или что, или как называется? Ну как в одни ворота? Тут как он в одни взял, ворота Египет? Знаешь, он не разве имеет право мне подыграть? Ну, другому игроку. Это же как бы командная игра получается. Меня сейчас слышно, нет? Да нет. Не знаю, что-то не было. Мы тут обстреляли там. Меня слышно, нет, алло? Меня слышно? Да, сейчас даже. О, блин, какая-то хрень полная. Ну какая командная игра? Ты с тем же успеешь. Сейчас слышно? Сейчас, да. Сейчас слышно. Какая командная игра? Это с тем же успехом можно сказать, что командная игра против грека идет. Втроем на него нападают. Нет, это не... Ну, это в НК-шной группе такое там портят. Путают вот это тиминг там, типа, берут человека, пилят, да и все, усиливаются все три соседа, не дают. Вот он сейчас бы победил бы культуру, если бы на него не напало двое. Я абсолютно армия. Согласен. Так вот, командная игра только тогда, когда помогают лидеру или лидерам, одному из лидеров. Если кто-то считает ацтека лидером в этой игре, ну, конечно, это командная игра. Так, раз, два, три. Давайте воевать. Ну да, логично. Не, понятно, что он там не лидер и прочее, но это все равно он ничего не сделал для того, чтобы забрать этот город. Неправда. Пока Египет стоял, ничего не делал. Ну подожди, ну раз ты все сделал, что ж ты город-то не забрал?
Вот я сделал все, я забираю города. Я помирился, но можно сказать, что в процессе примирения он сдал мне город, чтобы дальше не воевать. Если вот если было. Бы было так... Вот если было так, да, вы бы это проговорили, это было бы совсем другое дело. Ну это казуистика слов, слушай, вы сейчас к словам просто придираетесь, что типа он должен это проговорить, что-то сделать. Логика игры, надо, по-моему, а я считаю, что надо руководствоваться логикой игры. То есть в данном случае логика исходит из того, что Египет лидер. Желательно ему город этот не отдать. Это отдача, передача города – это баг игры? Нет. Такое бывало в истории? Да, бывало. Ну, вполне, значит, можно этим пользоваться. Но я города передавать себе не буду. Передавать нельзя только, вот, например, Египет атакует, грубо говоря, поляка, да, у него там, он сбил ему... ХП. И поляк специально передает тому человеку, которому Египет не может войну объявить. Вот это, конечно, просто использование бага. Ну, не бага, это не баг, но использование технических возможностей так. Игры. Короче, лучше все равно вначале проговаривать, если мы там вот решили, да и проговорили. Сказали спокойно, там, поделились и все. Да. Если так написано в правилах, для общих игр вопросов нет. Если хотим, договоримся. А главное, город передался чудом, знаешь, с этим, которое... Это, да, я знаю. Я видел этот город. Это Вроцлав, там, который окружен со всех сторон гора. Да, да, где топовые эти стоят. Ну, вообще нормально. Ну, если бы он лодзь передал, я бы тебе вообще все перекрыл бы, ты назад вернулся. Да снесут тот лодзь нафиг сейчас. Он не сможет, он как бы мир у меня с ним. И границы закрытые. Но я понимаю, что это вопрос как бы двух пород ходов, но тем не менее. Я заберу, я тебя обвиню уже бы обратно себе. Да сейчас все там заберут, если что. Я не понял, почему мне в переходе хода бахают по этим поединкам. Может, города-государства какие? Ты про меня говоришь? Да нет, греческая империя. Ну, я там в конце хода походил, может, он по этому перерыве там бахнул тебя. Может. Не то взял, надо было. Так, я готов. На атаку с фланга. Три города одновременно, блин. Прикольно, конечно. Я оказался на территории Египта, потому что захватили город. И мне не хватает, скажем так, ходов, чтобы выйти из границы. И мне говорят, типа, нельзя ходить, и все. Меня не вынесло, я остался внутрь и замурован. Демоны. Ну что там, считать вам? Грек, Рим, я готов. Берлин и Япония. Все готовы? Да. Раз, два, три. Кто-то мне разрушил коммерческий центр. Это как? Я кто-то помню, блин, Пекин разрушил. Не, а коммерческий это центр. Это японец? Да. У меня там капер плавает. То есть капер типа может грабить вот так вот переговоры. Тупо, да? Да. И подводные лодки тоже. Ну, понятно. И дракары. Ну да, куда же не видно. Понятно. А я ломаю голову, блядь, что это такое?
А ну вон оно чё, Михалыч. Я вот прям хочу уже следующую сыграть. Нет, я понимаю разницу между этими версиями. Уже видно, что не так. Ну, на самом деле... Не знаю, может быть, не стоило за Рима играть, но пока что сильной разницы я не заметил. Не, разница есть, я не отрицаю, но так, чтобы глобальный... Нет, производство есть, никто не улетает. В начале очень сильно разница. Да, и в начале сложно очень. Потому что я появился, у меня вот вообще с едой ни одной клетки, с, ну, тремя еды не было. Ну, мне повезло, у меня рядом вот рыба была, разве что вот на берегу появился. Ну, вот это единственная клетка 3-1, остальные были... Ну, у меня пара. Тоже не было жратвы, было... Но смотри, как бы... О, такая, кто вылетел? Не вылетели, столица. Игрок Джоэл отключился от игры. У него Краков забрали, столица потеряна. Тогда продолжаем. Не, ну как бы с другой стороны, если кто-нибудь видел мою территорию, видно, что у меня холмов почти нету. То есть да, я же очень нехило отожрался, но промки нету. Опа. Но она есть! Она есть за счет количества городов. Я не знаю, за чего она на самом деле она есть. А, потому что мне все сидят в этих. Ну я тоже слышу, у меня пустыня, сидят. Тундра и равнина. Я на первом месте был по жителям там, по еде. Хотя ничего такого не было. Да не, просто с непривычки я вот сразу понимаю, что вот не только ж я один, город вот сразу на речку ведешь, такой типа самый хитрый, потом уже можно и не на речку ставить. Оно с одной стороны, ну просто уже настолько выработано автоматически, что смотришь место, где там это река или вода, то что ты уже с первым делом так, это ищешь. Надо еще одну, а по факту кавалерию. Нужно же было расселиться как-то по... Ну, не знаю, может, чуть по-другому, что ли. Не знаю, еще с акведуками надо пробовать. С акведуки непонятно. Акведуки, по идее, должны давать очень неплохо. Да, очень. То есть, вроде бы как акведук это своеобразный заменитель вот этого райончика зеленого. Ну да, с пригородов. Такой не очень, но заменитель. У меня... На этом этапе. У меня получилось, что я, ну, два города я поставил не на пресной воде, и пока я дошел до акведуков, у меня уже моя мбанза появилась, и так получилось, что я поставил акведук и не достроил его, и так до сих пор у меня недостроенный стоит. Это мбанза, она, да, она тащит. Но то же самое, что и римские акведуки, я сейчас не подпил ни одного пригорода. За всю игру мне не построили ни одного пригорода. Ну все, мне еще поляк войну, ой, суждение объявил. Сейчас, наверное, попрется на меня. Ну все, бред, да, мливый, в принципе. Поляк, он сейчас 7 объявил. Да, поляк, вы всегда. Ну, нет, я понял, что это жмут. Да-да. Так, ну я готов. Я тоже готов. Считать. Все готовы там из вас? Нет. Четверых? Кто-то еще не готов? Рим не готов. Не понял, я смотрю, у тебя там что-то плохо идет, да? Че, кто-то на помощь отцеку, отцеку пойдет? Ну да, нормально, в принципе, сейчас я туда подведу уже. Ты ведешь, да? Пока нет. Кто? Нет, я к тебе точно не подойду. В принципе, если немец мне даст открытые границы, то я могу. У нас тут дороги вроде проведены. Давайте посчитаем и... Го. Рим готов? Нет. Не, ну начинайте, в принципе. Раз, два, три. Так, я не понял, с кавалерией. Это походило, это у нас армия была. Это корпус. Это армия походила. Это армия походила. А что-то еще одну кавалерию надо.
Ты видишь, Невецкий сам себе приговор написал. Да вот я что-то сомневаюсь. Он виноват. Мы были, кстати, покрой. Пилили пацана спокойно. Ты взял, встал на сторону врага. Ну, один ход можно, чтобы плюс пищу от пастбищ получать. Почему нет? Щепление еда, 4. Как ты знаешь, уже памяти с прошлой жизни работает. Я помню, какая память. Бел со мной, будучи испанцем. Ну, испанцам сама судьба велела тебя захватывать, я видел там. В культуру ушел, да, в эту религию. Не, Сандр, это не вариант, слишком поздно. Ну, смотри. Мало ли, ну мало ли что придется. Бомбарды еще надо одну. Я агримент нужен. А, агримент? Ты просто дружбу кинул? Мне агримент, да, нужен, и все. Я все равно не думаю, что... Хотя, можешь отказаться. Я могу правопроход тебе дать, как бы, ты без проблем. Да. Ну, дружба на этой стадии игры... Мы же оба знаем, что эта фигня выйдет из этого. Я понимаю. Просто я не успел агримент сделать ни с кем. Да я тоже не успел. А что делать? Это печально. Ладно. Гудбай, поляк. Не, ладно, хрен с ним, с этим рингом. Все, уже проехали. Определись. Все, все. Нет, бы тоже его достаточно. Мне он тоже просто не помешал. Я понимаю, но уже после. Ох, вижу, сейчас мы с тобой слабо побоим, да? Че, Леш, ты будешь помогать, уж Невецкий идти там перегранить? Алексей. Я решил следовать своему правилу, у нас нету с тобой посольств, поэтому мы не можем с тобой вести никакие разговоры. Давай посольство откроем, что сидим. Да не, у меня нету, у меня некого послать к тебе послом. Как? Ну, не знаю, как так получилось. Какого-нибудь черного паренька возьми там. Только жите. Черного паренька. Нормально ты. А три техи опережает, это нехорошо. Да эврип нету. Эврип нету. Это ты не говори. Какое у нас там правило? Надо резать на 5, да? То есть на каждой техе есть эврика. Я тебе говорю, на эту, на новое это время вы забрали. Ой, на информационную эру вы уже позабирали. У меня и на информационную по хватаму ни одной нет. Вырвется тот, у кого есть эврики, ты же сам это должен знать. О, тут маскат есть. Ты не знал. Как я теперь буду дальше жить без этого знания? Ой, блин. На японец опять, да? Че, атаковал опять, да? Да этот корабль. Я горю просто. Короче. Прости, что можешь сделать? Ну, что хочешь, то и делай, как бы я могу потерпеть. Ну, давай я тебя хвалирую. Родос отдай. Хорошо. Дать розыгрыш, это, по-моему, перебор. Все, мы рассчитались. Так, я готов. Я тоже. Нормально, готов. Рим? Я так уж и быть. Раз, два, три. Че, убьешь Артуди или не убьешь? Вот в чем вопрос. Смотрите-ка, все в темах у меня тут. Еще осталось Кванга и Бокову. Господи, что не так с этой городской атакой?
Не, ее надо в самом конце, не надо раньше. Она очень кривая. Она как-то подвешивает все. Может, мне его сейчас уже запупырить? То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Не, ну, хотелось бы уже все. То есть он дает бонус именно на шедевры. Плюс 300% туризма. Надо попозже. То ребята на меня сразу пойдут. Амстердам это попадает. Разграбил, что только может. Строю биржу, если деньги нужны будут на строительство. Счастливый, у тебя там ферма есть. На покупку. Слушайте, а я Оксфорд случайно не построил. Сколько там поляку осталось? Один город, два? Один. Слушайте, а Оксфорд кто построил? Не я случаем. Нет. Я помню, что Оксфорд я строил вроде. Динаш. Немец построил. Мне кажется, с этими тремя чудесами протупил. Сначала вышел в этот дворец Потап, ну, на уникальную эту политику. Да, да, запретку. Потом что-то у меня Рурская уже подкатывала, ну, то есть промзону там нужно было фабрики строить. Я думаю, я ладно, лучше Рурскую построил. Вот, Рурскую, короче, в итоге на этом же ходу меня увели, а Оксфорд потом еще вышел. И Оксфорд, короче, неудобно было долго слишком строиться, поэтому... В результате этих из трех чудес я бы не получилось. Так было получше, конечно. Блин, и Эфес уже забрали. Да. Ну да. У меня 4. Подходи, Леша, столицу, может, возьмешь. Да не, ну я таким не занимаюсь. Кроме Конга, кто-то будет подходить еще войсками или нет? Некогда. Это все Египет спрашивает? Нет. Типа сколько там могилка? Против Египта, это отстой спрашивает. Ну, я думаю, что немец сейчас тоже пойдет. Сейчас они закончат. Я бы на месте немца уже сейчас пошел просто. Или немец еще какой-то город должен взять. Ну, что там ответит началось? Рубли у него. У меня сейчас там. Команда-то давайте. Не атакуйте его пока. Черт, да, я стрелял, прошу прощения. Ну, я там Дрешевская стрелял. Так, ну что тут у нас... Где? Че, я готов. Момент. Немец, Рим, японец, грек. Все готовы? Нет. Так, сейчас, секунду, секунду. Да. О, отлично. По пути. Да. Раз, готов. Два, три. Так, ну, кажется, у меня уже все юниты
стали армией. Плюс 48, 48 это жесть, конечно. Что? Да там Грек берет с одного юнита с 96 культуры. Слушай, Египет, а ты говорил, что там у тебя где-то юнит остался, да? Так у меня такая же проблема с моим разведчиком около твоей столицы, посмотри. Отлично. Это трофей. Это твой посол, короче, мы с тобой можем общаться. Нет, это не посол, это мой гопник. Сноудер. Нет, вот посмотри, видишь, у тебя стоят вот слева от города два таких небоскреба. С пирамидкой золотой сверху. Да. Так вот, на нижнем из них стоит мой разведчик и благоговеет на весь твой город прям вниз. Вот на этот монумент, который там внизу. Прям все, что у него есть, туда. Так. К концу игры города очень хорошо разрастаются. То они возле десятки были, а то махом уже до 16 дорос. Да нет, в принципе, они так нормально разрастали. И не замечал такого, что были какие-то проблемы. У меня многие города, если приключался на промку, начинали тупо голодать. А, ну это да. Нет, у меня такая же ситуация. Если переключаюсь на промку, сразу голодаю. Нет, смотри, там 100 ходов, да, по городу. Нормально. Хотя я, наверное, тут тоже смогу купить. Так, нет, этим надо вот тут построить форт. А Конго или... делает гранты? А, нет, я лаборатории построил. Почему я так отстаю? А? Да у меня все сидят на грантах и всего лишь 200 науки. Война? Нет? Нет, у меня войны сейчас. Странно. О, это Ацтек говорит? Да. Ну, блин, Ацтек, слушай, ну ты у нас... У тебя вообще проблемы большие. У Ацтека проблемы начались, когда он взял и забрал город. Ты имеешь в виду, когда им подарили город проклятых? Не подарили, я его забрал. Подарил, так правило не запрещено. Не насосало, а подарили. Накопило, надо говорить. Да, только как непонятная фраза. Да. Так, я уже Египет обвинил. Супер. Вы же понимаете, что если вы на меня все пойдете, то он там в грантах сидит. Армия, если бы не в грантах, он бы армию хотя бы строил. Причем не армию, кого? Кавалерию строить, что ли? У Калецкого армии нету. Он в грантах сидит. Фига себе, у меня армии грантах, нету. Конечно, 700 армии, да что такое? Ну да, это мало. Ну, не знаю. Неужели ни у кого там не сидит ни шпиона, никого? Может, писать, что я строю лабы. Ну, если ты только строишь, то и 400 курсов науки уже имеешь. Это... Тут и возникает вопрос. Лаб пока нету. Неправда. Гонконг забирать у Халифа. Ну не везде. Ну не везде, да. Так я строю прямо сейчас их. Так вот в том-то вопрос. Ты только сейчас строишь, а у тебя уже 4 стоит. Да. Я готов. Как всегда. Да. На шестом месте по производству как-то не радует. Я знаю, кого я обгоняю. Я готов. Все готовы там? Ну. Раз, два, три.
Это я города обрабатывал. Нормальный город. Карин. Ну, все, я свое забрал. В этот раз как-то с культурой плохо. А, в плане, ну, поздно изучаются эти все веточки. Надо раньше строить, наверное, культурку. А как и раньше построишь? Ну, как-то надо. Так, слушайте, а по какой причине у меня могло уменьшиться количество торговых путей, если не считать, что я не менял торговую республику на другой тип правления? Карфаген? А Карфаген давал торговые пути? Да. Карфаген мой уже, не знаю, ходов 20. Ну да, я... Да не, у меня даже Карфаген никогда не был моим вассалом. Да. Не, у меня уменьшилось не критично. У меня было 10, стало 9. Знаете, такое ощущение, когда вот город захватывают, но никто ж не захватывал. Ну, единственное, что я могу посоветовать сделать, это посчитать, сколько у тебя должно быть. Прибавить 2. Почему 2? Ну, если ты говоришь, что в торговой республике. А, ну да. А, так ты ж в коммунизме. Чё ты говоришь-то? Ну. Так, ну, я в коммунизме давным-давно. Я в коммунизме... Когда у меня был коммунизм, у меня было 12 торговых путей, стало 10. А-а-а. И это давным-давно было. Я тебе просто говорю, что я сейчас не переходил из одну в другую. И каким-то образом на этот ход у меня стало вместо 10 торговых путей 9. Считать по техам, действительно, я больше не знаю. Надо, кстати, попробовать сыграть на маленькой воде в эту Пангею. Потому что на высокую воду, я имею в виду. Ну, наоборот, да, поменьше места. Угу. Потому что мне кажется, слишком много территории. Ставишь города с учетом того, чтобы они там жрали все третьи радиусы, как бы, и все равно даже ни с соседом не граничишь. Ну, так себе, смотри, ну чё, у меня Рим, немец близко, японец тоже, как бы, соседи, мы, я там один город не поставил, далеко. И вот... Не-не, близко-то японец может далеко быть, но территория, на самом деле, дофига, то есть, если раньше, ну, да, то... действительно... Ну, как бы у нас, вот смотри, получается, вот правая сторона опять более-менее плотная, а левая, там, мне кажется, свободнее. Не, ну смотри, всё. Допустим, вот Греция, Рим, да, мы между собой поставили 3 города между стольными. Я тоже еще мог бы ставить 3 города внизу, вот там, на тундре. Я мог налево еще поставить еще города, города 4, я мог, наверное, поставить в сторону этого ацтека, там, Египта. Ну, в следующий посмотрим, как будет. Просто я говорю, что надо попробовать, потому что если он карту как-то переделал, вполне возможно, он там какие-то настроечки тоже с водой, знаешь, переиграл по лендмассе. Может быть, за счет этого она и кажется такой большой. Ну, пока не попробуем, мы не узнаем. Поэтому я считаю, что надо потравить. Ну, может быть. Что, завтра, может, тоже будем собираться какой-то? Я, да. Ну, тоже 12 часов, да, где-то так. Ну, где-то так, да. Ну, окей. А что там, все Афины Спарта или Италия? Ну, Афины японские. А, ну, то есть осталось только Спарта, да? Ну, скоро будут японские, я не знаю. Защиту снял от стену. Ну, тут, да, тут как бы пару ходов точно они продержатся. Ну, я думаю, что... Как бы войск уже почти не взял. Нет, тут войск как бы нету, но тут сложнее брать их. Это за счет лагеря. То, что здесь вот у меня, да? Что?
Игры из войск осталось. Ну плюс вот у меня армия танков еще заспавнилась. Что там опять? Ой, блин, я опять бахнул по городу. Так, ну начинаем танки фигачить. Вот как-то так. То ко мне скоро придут. К сожалению. Как бы мне того не хотелось. Все равно ты его не убьешь. А мне на другой стороне нужно. Точнее, как бы мне не хотелось ничего не строить, но. Второго уровня. О, второго. Так, я готов. Наверное, еще стоит центр развлечений. Леша. Раз, два, три. Ах, убежал. Может кто-нибудь 70 монет на ход? Кидай Риму. Риму? Ага. О, блин, бля. Ну, сейчас. А что, если немножко не то, да? Да, он меня подлаживает. Ща будем танк пинать конями. Эй, ты! По гусенице там, знаешь. Выходи, подлый трус. Причем я чувствую, что мы его запинаем. Пушки его нормально там бомбили. Кавалерия тоже сейчас даст. Нормально. На всякий случай, ты тоталитаризм откроешь, чтобы перейти в него. Ты бы не выиграл в эту войну один. Война начнется. Ты пошел на кавалерию без кавалерии. У меня была кавалерия. У тебя была кавалерия, и ты не смог взять. Ну, у него были армии, у меня были корпуса. Ну, кавалерия. Ну, я. У тебя был. Так, что ты тогда говорил? А, ну ясно. Ну. А то есть у меня было пара-тройку юнитов кавалерии. Купил, надо взять сейчас, чтобы меньше стоило ап юнитов. Тьфу ты. Я что-то думал, что ты без кавалерии шел на пушках. Не-не-не-не-не. Пушки у меня просто апнуты были все, а кавалерия не вся была апнута. Вот в чем. Ребят, Египет в эпохе атома уже. Да? Походу давно уже. Тут пулеметы стоят. Давно уже, да? Он баллистику изучил, так понимаю. Ну, у меня до него три техи. Я на три техи отстою. Да мы все вроде там 48 у нас. А, ну это 69. Ну, дали человеку просто гранты заюзать, пока все фигню страдали. Ну я армию-то строил, блин, ты что, никто на меня напал? Никто не напал, правда, да, с армией было все нормально. То, да нет, так никто не напал, потому что ацтек напал на поляками. С того, что... Напал бы он, но... меня бы получил, да. Бы так же. Да не, поляк бы тогда, вы могли бы против Египта, что я не думаю, что конечно. Поляк на тебя собирался нападать вообще в принципе. Поляк? Это у поляка была такая же армия по цифрам, по крайней мере. Ну, он был не в корпусах. Там же, подожди, там же, я помню, как все было дело, там Египет воевал с Польшей. Я не воевал с Польшей. А? Я не воевал, первый воевал от Египет. Египет пошел на Нан-Мадолу, в этот момент у Египта было около 1000, у Польши было 1500 армии. По цифрам, я не знаю. Не, я захватил Нан-Мадолу, у меня было 1000. Я пришел к нему на границу, начал его убеждать, что я нападу. Он начал клепать армию. У него просели деньги, он сидел с этой армией, со своей, ждал, когда я нападу. Я не нападал, напал Вишневецкий. Я сидел спокойно. Я не нападал, он сам на меня напал. А, ну так, я ждал танки, я не собирался без танков нападать. Так и было. В общем-то, я не знаю, зачем поляк на меня напал, тоже спровоцировал. Лучше а что ему было делать? Армию-то он настроил, понимаешь, не поддержан в корпуса головой. А что он на тебя не на... А что он на тебя не напал? Ну, у меня корпуса уже были, он это видел. Он пытался там что-то попробовать. Но у меня тут еще такая местность, то, что ничего не сделаешь. В другом горы. Одним корпусом встал, он будет тыкаться.
Ну что, Вишневецкий, время мести пришло уже, да, близко подходит. Обидь. Ты насолил мне. Не-не-не. Чем он тебе насолил? Насолил-то он. Ой. Сандр, дай мне, блин, не знаю, тут покуражить маленько. Если бы я проиграл, да, я понял, я понял, да, все, заехало место, все как надо. Арим, ты на помощь можешь прийти, что-то сделать? Кому? К тебе? Ну, как бы на Египет, у него все войска возле меня, возле мою армию. Вот стоят. Ты мою армию видишь? Скажи мне, Ацтек, ты танка, в танках или нет? Вот один вопрос. Нет, у меня там до них еще несколько тех. Ух ты. Так, посмотри, Ацтек тут больше всех отстает, если не считать... Да, блин, даже грек дальше Ацтека по... В смысле, даже грек, он вырвался просто, сейчас еще темп, ну, в смысле, инерция. В смысле, что? Ну, в смысле, инерция! Да я бы на утих впереди не был. Я на третьем месте, по-моему. Да, Египет опережает Ацтека на 10 тех. Рим, а давай с тобой после войнушки поменяемся, я тебе отдам Спарту, ты мне отдашь Аргос. Вы не сможете Спартой, наверное, поменяться, она же столица, нет? Так она же уже не будет столицей. Но нет, нет. Военная победа же высчитывается от того, у кого сколько столиц, поэтому, по-моему, столица... Я не знаю, конечно, вы можете попробовать, но, по-моему, не получится. Жду. Ты знаешь, у нас такая же ситуация, как у тебя, точнее, у тебя такая же ситуация будет, как у меня. То есть дико растянута просто по территории. То есть либо у меня сосиска, либо у тебя сосиска. Я тебе могу гарантировать, что я на тебе не пойду. Все. Ну да, воевать-то смысла особо нет. Ну, понятно, но это сейчас нет смысла. Потому что мы успеем убить Египет, и потом будет. Сейчас же шанс Египет завалить есть, если все вместе. Так, я не готов. Именно будет танк, и но на танках надо, на танках. Но мне... Само собой на танках. Я готов ехать, например, на танках, у меня их уже тут прилично, если мне немец даст открытые границы. Леш, кинь же танк тебе, я просто... У меня тут подлагивается. Леш, может, вплавь тебе? Удобно. Что в пластике? Лайф на танках. Да, кстати, быстро. А, интересная идея, точно. А у него нету никого на море там? Он не будет? Корабли-то у меня есть. Вот я гавани не вижу, не знаю. Ну, нормально. Ну, если меня кто-нибудь прикроет с моря... Ну, у меня на море... Японец может, вот, японец может там войсками, ну, кораблями, то есть, а ты, может, за ним на танках будешь. Ну, так японец тогда пускай плывет армией. Ну что, дайте вижу, мне время допилить пришло, уже... Так, что там по команде? Пару ходов, подожди уже еще. Я, давайте уже, да, так атаковать, считайте там. Все, можно считать. Так, Вишня, давай таймер отсчитывай. Раз, два, три. Вишня, это не наш таймер. Давай мы с тобой вместе. А что, я все равно в защите. Я нападать. А, то есть я могу нападать, да? Нет, конечно. Ну, давай отсчитывай таймер. Я запрещаю. Я тебе сношу 10%, блин, как так? Давай, короче, давай на счет 3. Давай, раз, два, три. Бегите, глупцы. Что это там? Гэндальф у нас. С нами играет Гэндальф. Бегите, глупцы. Класс. Классика жанра. Господи, ну что ты... Ну, по идее, Спарта следующим ходом падает. Я вот единственное не понимаю, зачем он убрал баф от рядом стоящих ферм? Ты знаешь, он не убрался. Он просто позже появляется. Вот у меня есть рядом ферма, стоят рядом. Стандартизация, да? Вот. Кума. Ну, я думаю... У меня дофига ферм рядом, они дают. Стандартизация. Просто не феодализм. Да, все. Написано все, да, здесь. Лишнее, это целый танк будет. Собственно говоря, поэтому сейчас и начали города расти, как на дрожжах. Вот, давай, да, давай. Вот поэтому, наверное, и есть такое. У тебя нет шансов. Я предлагаю Египту просто отдать Вишневецкому половину своей территории.
А, ну в принципе, если шансов-то нет, то окей. Можно и отдать. Кто-нибудь уран уже открыл? Что открыл? Уран. Я думаю, что даже Египет не там. Блицкрик еще надо поставить. Египет максимум в полибирной роте. Я его закрыл. Уран. Есть уран, я не знаю. Уран закрыл. Куда бегут эти со Спарты беженцы? Роберт Гаддар и... кто-то... Фиджеральд. Куда-то бегут. Да просто стоят. Куда им уже убегать? Да, что я же говорю, куда они бегут. Бегите ко мне. Генерал в этом столице, поэтому... Ты не хочешь мне передать города свои, нет? Я не из таких. А ты не хочешь со мной замириться? Так, с Римом. Я не из таких. Да, с Римом. Я не из таких. Потом сейчас уже... Ты какой, без разницы. Что там? Можешь кидать, если что. Если вот этого чувака надо... Если тебе нужно кидать, только по таймеру, да. Блин, надо корпус... А я со следующего хода, у меня еще не закончилось. Я знаю, знаю, я тебе вообще говорю. Ход начнется, не надо там бежать кого-то атаковать. Сначала посиди ровненько, руку с мышки убери. Пообщайся, а потом уже атакуй. А в это время Камикадзе по-быстренькому вынесет все. А может он тебе снова хочет насолить? Откуда ты знаешь? Он не заколебал уже, всю игру солит, блин. Вроде живем далеко, он не с самого начала игры. Как с самого начала? Кто тебе я тебе помог Польшу разбомбить. Размягчил, так сказать. Размягчил. Бегите, ты размягчил. Да, нифига довольствия не ушло. У нас плюс 5 грохнулось до нуля. А, во, вот теперь ушло. Да что-то с этим танком придумать. Так, что-то у меня дофига художник нравится стало. Этот танк. Построю свои. Вишня, ты куда убегаешь? Их надо апать. Вишня? Апать уже. Все не трогай. Что? Ты почему ходишь? Не трогай. Не трогай уже. Ну ты на туре капец какой. Давай отсчитывай таймеры, начнем воевать, раз ты уже погрузился. Ну я тоже готов, если что. Отсчитывай, вишнец. Вишневец. Давай, нормально готово. Сейчас. Раз, два, три. Нам посчитать? Раз, два, три. Не убежал. Ай-яй-яй. Убежал. Тормозит, Спарта, наверное, упала, да? Да, Спарта упала. Я ж чувствую, что что-то не так. Спарта упала, остались Афины. Слушайте, ну сколько вы этого копса бедного? Столько ходов с ним воевать, просто тупо, чтобы всего распилить. Как у него армия была неплохая очень. Ну, в общем, да. Ну, я понимаю. Нет, я ж не говорю, что вы плохо воевали. Я к тому, что, может, все-таки стоило в определенный момент остановиться. А толк останавливаться. Там получается, что если мы остановились, мы вообще ничего не получили с этой войны. Ну, по крайней мере, что мы там взяли, один Аргос, а потом уже все посыпалось. Мне кажется, тут даже больше ему плюс, что он уйдет себе с игры, да и все. И так долго сидит. Литературный, музыкальный, на блин. Не знаю, как можно играть за Грецию и не идти в культуру. Вот как? Да блин, надо было мне пантеон другой брать. То действительно слишком много этих. Нарост надо было взять, тогда было вообще неплохо. Кстати, да. Я просто что-то, блин, хотел на пастбище, а на пастбище так быстро это кто-то уже взял. И, блин, на скорую руку что-то а такое. Тебе, кстати, на пшеницу хорошо заходил. Ну да. Той же самой. Ну, то есть, на самом деле, если бы ты пошел в науку, вот так бы тебя уже точно никто не стал бы останавливать. То есть, ты бы меня опережал 100%. Вот. По культуре ты все равно вышел те же самые армии быстрее, чем все остальные. Ну, как бы я в науку шел. Я как бы в науку и шел потихоньку. И
ты культурой особо ничего не делал. Или ну, купить да. строителя. Науки моего ты ровно считаешь ли? Да. Как бы я поэтому решил тебя остановить, потому что, ну а... Ну, Афины, ну как? Вот у меня тут стоит пару пушек и... армия. Не, просто мне может замириться тогда уже. Ну, хочешь мириться, тут уже не важно. Не критично, да. Мне нет. Чё-то не пойму, у меня стоит танк в военном лагере и получает повышение. Я ни с кем не воюю. А города тебе не нужно? Да. Я тоже так кинул это Рим. Не, Рим тебе нормально кинул. Да, нет, я тебе сначала. А. Единственное, что я смотрю на Конго и вижу, что там хреново да. таких. Там сейчас я паду и как бы будет. Сколько? Да, да. 25 из 115. Так что тоже есть повод задуматься. Ну, 22-25 из 115, это все-таки не то, что у тебя там, сколько, треть набралась в середине игры уже? Ну да, там треть. Джоэл предрекал, что вообще прям 15 минут ты осталось как бы играть. Уже как бы улет скоро. Ну, не скоро, вопрос скоро в другом, что сейчас можно резко бустануть туристов, как раз вот в это время. Компьютеры, карточки появляются. Но у Конго, я смотрю, там этих шедевров дофига и больше. Самое главное, что они мне науку дают. Вот это классный ученый оказался, конечно. Я могу сказать, что я шедевров получаю 94 науки. 94 науки я чисто с шедевров получаю. То есть четверть своей науки я получаю с шедевров. Это, конечно... Я тогда еще говорил, что... А что это за куча там... юнитов появилась из ниоткуда? Ну, типа, замерились с этим. Нормально вы замерились. Я ну, тебя же спрашивали. Не, я к тому, что... Я понимаю, кстати, ну, просто нормально вы замерились. А вся вы... эта пачка пришла здесь. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра или через день. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.